Следующая композиция. Следующая композиция посвящена дочке Игоря. Называется «Настя на ярмарке». Вот, собственно, дочка. Thank you.
Композиция называется «Апрель в Ярославле», такое название необычное. Просто это одна из последних композиций Игоря. И когда мы издавали наш альбом, мы думали, у нас все пьесы были названы, вот это, так в этой композиции не было названия, и мы долго думали, как ее придумать, как ее назвать, что вообще с ней делать. И Игорь предложил гениальную идею. Он говорит, а давай сделаем так, от А до Я, «Апрель в Ярославле». Тем самым вот, весь алфавит эта пьеса должна была символически в себя вобрать. Но на самом деле действительно название символическое, потому что мы очень много с Игорем проводили времени в Ярославле. Мы там играли в джазовом центре и выступали на фестивале. И, между прочим, в 89-м году именно в Ярославле на джазовом фестивале он встретил свою будущую супругу Клаудию Хельмерс, литийскую и саксофонистку, с которой они прожили. И прожили больше 10 лет. И вот эта композиция, у нас с ней связана еще одна замечательная история. Вот выступая на фестивале Ярославля, один очень известный ведущий джазовый, объявляя эту композицию, перепутал совершенно название. И дело в том, что этот ведущий, я не буду называть его имя, но это наверняка вы все знаете, он очень любит фестиваль, который называется «Сентябрь в Тихвине». И вот он очень его любит, потому что его там замечательно всегда встречают, и он отдыхает в санатории перед фестивалем. И, в общем, у него как-то все это смешалось, заговорили «Сентябрь в Тихвине» и «Апрель в Ярославле», и, называя эту пьесу перед нашим выступлением, он ее обозвал как «Апрель в сентябре».
Итак, Апринт в Ярославле. Thank you.
Спасибо. Игорь Иванушкин. Петр Давай. В завершении нашего концерта мы сыграем пьесу Игоря, которую мы всегда играем в конце концерта. Это «Солнечный зимний день». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Игорь Иванушкин. И Петр Товалаев. Спасибо. Спасибо. И музыка Игоря Широкова. Алексей Кругов.